Дорогие мои боевые друзья, Петя Вальков, Вася Сильченко, Вася Кусенков, Сёма Скиба, Саша Карцев. Поклон вам, героям Сталинграда, от вашего фронтового друга, бывшего лейтенанта Паранкова. Папа, я пришла к тебе через 30 лет. Кланяемся тебе все. Мама и девочки, они все большие, у них семьи. Мы приходили к тебе, Всеволод. Спи спокойно, мой сынок. Твоя старая мать. У нас сегодня свадьба. Я женю сына Антона, который родился и вырос после войны. Сама я ее участница. Помню все ее ужасы, цену нашей победы. И как рады мы все, что сейчас мира есть свадьбы. Семья Гончаровых, Мальцевых, Максимовых. Видел Сталинград 1942 года. Через пробоины в стенах дома можно было видеть другие дома и улицы. Дорогие однополчане, Шура Шишеня, Мария Гуляева, мы вместе с вами были в этом огненном городе. Память о вас вечно в сердцах наших, оставшихся в живых. Многие еще не найдены. Вывезены из горящего Сталинграда 11 августа 1942 года. Вовек не забудем тебя, Сталинград. Протокол комсомольского собрания одного из подразделений генерал-майора Гуртьева в дни боев в пригороде Сталинграда. Слушали. О поведении комсомольцев в бою. Постановили. В окопе лучше умереть, но не уйти с позором. Вопрос к докладчику.
Существуют ли уважительные причины ухода с огневой позиции? Ответ. Из всех оправдательных причин только одна будет приниматься во внимание. Смерть. Слово для справки берет командир роты. Я должен внести некоторую ясность в выступление комсорга. Он, конечно, не точно выразился. Родина требует от нас победы, а не смерти. Герой тот, кто умно и храбро умер, приблизив час победы. Но дважды герой тот, кто сумел победить врага и остался жив. Ввиду начавшейся 12-й контратаки немцев, докладчик от заключительного слова отказался. Может, последний раз вижу свою кровь, поэтому пишу ею. Ибо чернил в эти минуты в городе Сталинграде нет. Силы бросают. Вечер еще далеко. Кровь просачивается с повязок от головы до пальцев ног. Чувствую свою гибель. На случай смерти на улице Сталинграда считайте, что умер членом ВКПБ. У нас кончились боеприпасы и продовольствие. Нас было 12 человек. Осталось трое. Командир отряда. Я и мой друг Алексей умираем за Родину, за счастье народа. У Алексея рана в живот. Я ранен в плечо. Но здесь 5 танков. Прощайте, товарищи. Несмотря на превосходящие силы противника, наши бойцы и командиры проявляют мужество и геройство. Гвардейцы падут смертью храбро, но не отступят. Ни одна сволочь не пройдет. Сам я оглох, слаб. Погибнем, но не отступим. Командир роты... Младший. Дорогой мой братишка и сынок, Пряткин Леня, вот я, сестра Вера на Сталинградской земле, за которую ты отдал свою молодую жизнь. Вечная и незабвенная память в скорбящих сердцах наших останется до конца наших дней. Спасибо, дорогой, что ты и твои сверстники дали возможность нам жить. Мы перед вами в долгу. Сестра Вера и все твои, мама, папа, Надя, Коля и наши дети, Гена, Сережа, Инна, Миша, Лора.
Простите меня, друзья, что я так поздно приехал вас навестить. Душа моя с вами, мои дорогие. Спасибо вам за спасение Родины. Здравствуй, отец. Это я пишу тебе, твой сын, Ярмолович Эдуард. Отец, это мое к тебе первое письмо. И ты даже не знаешь, что у тебя родился сын. Я сейчас стал старше тебя. Прими от меня жены, матери, сына и передай товарищам огромное русское спасибо за все, что вы сделали для нас. Трудно было мне дойти сюда после тяжелой операции, но я все же дошла. И все то, что я здесь увидела, глубоко взволновало и потрясло меня. Я горжусь героизмом наших сыновей и героев. Ухожу отсюда с верой в жизнь. Дорогой наш сынок и братик, прими от своего отца, матери, сестер наш глубокий и сердечный привет. Не обижайся, что твою могилу не смогла посетить твоя мама. Она соберет на твою могилу. Но на дворе стоит уже плохая погода, а дорога до тебя длинная. А на родину мы с твоей могилой взяли священной твоей кровью омытой земли. Так прости же нас, дорогой сыночек и брат. Завтра мы покидаем город. Современники не забыли легендарный бой на Волге, о каждом дне которого будет написана книга, подобная Илиаде. Эта священная русская река стала тогда заветной ниточкой человечества, перекуси которую, зверь стал бы почти непобедимым. С дырой в боку он был еще свеж, нахрапист, прочен. Боль удесятерила его ярость. Он скакал и бесновался, когда он поднялся на дыбки для решающего прыжка через оазисы Казахстана в райские дебри Индии. Россия вогнала ему под вздох, туго, как в ножны, рогатину своей старинной доблести
и непревзойденной военной техники. Хотя до рассвета было еще далеко, человечество впервые улыбнулось сквозь слезы.